Да, цветет вандочка. Это очень красивые желтые цветы. Большое соцветие. Цветочков, наверное, 12. Такое очень крупное растение. Подальше отойдем. Сидит оно в деревянной корзине. Растение уже сидит в этой корзине 3 года. Уже корнями все оплетено. Я, конечно, за посадку ванд, потому что в наших условиях они голокорневые расти не могут. Такие плотные, такие красивые цветочки. Название этой вандочки. Она процвела по сорту. Вот ее название полное. Имеет вот такие толстые корни. Вся корзина обвита. Ванду можно садить не только в корзины. Можно садить в горшки, но в крупную кору.